Здравствуйте, я с вашей участковой избирательной комиссии. Меня зовут Александра. Вот мой бэдж. Очень приятно. Житель Самары Людмила Дурдина всегда ходит на выборы. Перед голосованием считает не лишним уточнить адрес избирательного участка. И хотя сейчас вся информация о выборах доступна, предпочитает живое общение с членами участковых избирательных комиссий. Ну, это, конечно, намного хорошо, то, что пришли, рассказали. Я другим расскажу, что мне приходили, рассказали. На выборы хожу всегда. Это мой первейший долг, как жители нашей страны. Россию люблю. Всегда голосую. Узнать членов участковых избирательных комиссий, которые участвуют в информировании граждан, можно по фирменному жилету, бейджу с указанием номера избирательного участка и удостоверению члена УИК. На бейджу указан номер телефона горячей линии по выборам. Позвонив на нее, можно уточнить личность информатора или задать любой вопрос на тему выборов. У нас есть соответствующий график, который мы заранее согласовали. Вот, ходим по домам. Да, в некоторые дома нам приходится и квартиры приходить по несколько раз, потому что жителей нету дома. Вот, поэтому пытаемся максимально информацию донести до всех жителей. Мы в любом случае оставляем специальные таблички, мы оставляем информацию приглашения уже в почтовый ящик. Адресное информирование граждан о предстоящих выборах продлится до 7 марта. Галина Топилина, Константин Головин. События.